Евреи во всем мире сегодня будут отмечать праздник Песах. До пандемии коронавируса евреи праздновали этот день по-разному. Например, горских евреев принято отмечать в семейном кругу. Слава Богу, у горских евреев нашего поселка есть все условия для отмечания этого праздника. Об этом сказал представитель главы исполнительной власти Губинского района в поселке Красная Слобода Песах Исаков. По его словам, в канун праздника Песах горские евреи поселка получили мацу в количестве достаточным для того, чтобы каждый мог отпраздновать этот день. Кроме того, горские евреи получили набор продуктов и вино. Большую роль и заслугу в деле помощи сыграл фонд «Стемеги», возглавляемый Германом Захаряевым. Фонд обеспечил евреев хорошим настроением. Благодаря усилиям фонда горских евреев есть все необходимые для празднования. Я хочу выразить большую благодарность президенту фонда «Стемеги» за оказанную поддержку и постоянное внимание к родной общине, отметил Песах Исаков.